Святейший патриарх болгарский Неофит совершает визит в Русскую православную церковь. Накануне в патриарших покоях Покровского монастыря состоялась встреча предстоятелей русской и болгарской церквей. В ходе беседы предстоятели затронули тему общеправославного характера, в частности, вопросы подготовки Всеправославного собора, который должен состояться на Крите в этом году в праздник Пятидесятницы. Вместе с болгарским предстоятелем на встрече присутствовали члены, сопровождающие его делегации. От Русской Православной Церкви во встрече также участвовал председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Илларион. Святейший патриарх Кирилл сердечно приветствовал святейшего патриарха Неофита и сопровождающих его лиц. Мы совершили совместную молитву у мощей великой чудотворицы Матроны Московской и прославили имя святителя Серафима Богучарского, который своей личностью соединяет наши церкви, потому что, принадлежа русскому народу и русской церкви, он значительную часть жизни посвятил Болгарии, болгарскому народу, болгарской православной церкви. Со своей стороны святейший патриарх болгарский Неофит с благодарностью упомянул о передаче Болгарской православной церкви частицы мощи преподобного Серафима Саровского. Высокий гость подчеркнул, что делегация болгарской церкви с большой радостью участвует в торжествах в честь блаженной Матроны и в прославлении святителя Серафима, архиепископа Богучарского. После этих торжествах в Софии, когда многочисленный народ участвовал в прославлении святого Серафима, здесь родина святителя Русской Православной Церкви восприняла эту весть для прославления владыки Серафима с большой благодарностью к Богу, что удостоил такой высокой честью наш народ с большим участием в этой радости Русской Православной Церкви, вашего святейшества и ваших сотрудников. От всего сердца примите нашу благодарность за большую помощь в это богоугодное дело. Мы чувствуем вашу любовь к нам и вашу готовность помочь.